каяке приплывем, палатку поставим на этом. На каяке сюда. Здесь можно, да, на этом вот уступе сверху поставить палатку. Такая кухонька, типа. Там вот эта вот железная фигня стоит серая, это какой-то этот плитка такая. Там туалет есть такой. Здесь тусыч такой. Да ладно тебе далеко. Два раза грибанул. Нормально плыть, это минимум полтора часа плыть. В одну сторону. Ну да, это да. Такой ступ большой. И вот так вот, короче. Вода обмелела в озере, поэтому такие мели. Обычно вода подходит прямо под берег. Наверное. Я укачал? Там есть, не, спасибо. Там есть. Что ты снимаешь там? Снимаю, блин, этот бестселлер. Здесь есть такая это. Такая на стульчиках сидеть. И смотреть вон туда, на эту гору. Красиво. Тут тоже везде вода, бирюзовая, потому что снизу на дне песок. Песок белый. И вода такая бирюзовая тут. Сделали такой трамплин, с которого можно нырять. Тут надо спуститься по ступенькам сначала, что не очень просто. Вот на трамплин выходишь. Так вот. Где-то метров 2-3 над землей. Это дерево, вообще это дерево лежащее оттуда, и вот так вот оно качается. Тут можно реально нырять отсюда. Вот там тусыч. Зачетное место, конечно. Подожди, иди сам, только ты сюда не иди вдвоем, потому что я боюсь, что он на двоих, он лестница. Не, от двоих он лестница. Давай. Нельзя, давай ты бег. Вот так. Давай, иди, выходи. Качайся, прыгай. Эй, братан. Так ты лицом вперед стань. Конечно, он будет качаться так. Балансируй, давай. Охуенно. Ныряй.